Сам факт того, что вы пытаетесь доставить себе радость, означает, что вы несчастливы по своей собственной природе, не так ли? Вы не должны никому угождать в этом мире. Если вы счастливы по-настоящему, то все будут радостными рядом с вами. Да? Вы видите красивый цветок, но он не заинтересован в том, чтобы доставить вам удовольствие. Но глядя на него, вы чувствуете себя замечательно, не так ли? Солнце садится, и небо играет замечательными красками. Вы думаете, что оно пытается угодить вам? Оно такое само по себе, и вам приятно смотреть на это. Если что-то стало красивым, оно не пытается сделать вас счастливыми. Но вы все равно становитесь счастливыми, не так ли? Вы должны сделать себя такими же. Никому не нужно угождать. Это не ради кого-то другого. Скажите мне, какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь? Приятной или неприятной? Вы становитесь приятными не ради кого-то другого. С точки зрения тела, если вы становитесь приятным, мы называем это здоровьем и удовольствием. С точки зрения ума, если вы становитесь приятным, мы называем это умиротворением и радостью. С точки зрения эмоций, если вы становитесь приятными, мы называем это любовью и состраданием. С точки зрения энергии, если вы становитесь приятным, мы называем это блаженством и экстазом. Это то, что вы хотите? Нет? А чего же? Вы не хотите приятности? Хочу приятности, но я чувствую, что в попытке добиться всего этого... Нет, не пытайтесь добиться этого. Это то, что вы хотите, да? Как можно больше приятного внутри вас и вокруг вас. Это то, что вы хотите? Да. Прекрасно. Я просто даю имена, которые обычно используются, но по сути, называете ли вы это умиротворенностью, радостью или экстазом? Это просто приятность, не так ли? Разные уровни приятности. Итак, каков бы ни был максимальный уровень приятности, возможный в вашем теле, уме, эмоциях и энергиях, вы хотите этого, да? Так что нам нужно рассмотреть это поподробнее. Как сделать себя абсолютно приятным? Если вы сделаете себя совершенно приятным, вы будете иметь дело с миром, в меру своих возможностей. И это все, что мы можем сделать. Это все, что мы можем сделать, не так ли? Стоите ли вы на ногах или на голове, вы можете справиться с этим только в той мере, какой вы способны, не так ли? Если вы очень и очень приятны, то справляться будет несложно. Совсем несложно. Потому что когда вы по-настоящему приятны, люди вокруг вас сделают все для вас. Действительно. Действительно, если вы по-настоящему приятны, все будут заботиться о вас. Видите ли, я путешествую по всему миру без рупии, фунта или доллара в кармане. Где бы я ни оказался, обо мне хорошо заботятся. Почему эти люди делают это? Ведь я ничего им не сделал. Я не собираюсь давать им миллион, потому что сегодня они дали мне фунт. Просто когда вы находитесь в обществе абсолютной приятности, вы тоже становитесь приятными. А это то, что все ищут, не так ли? Чтобы было приятно внутри себя и приятно вокруг себя. Красно.